Рецепт приготовления печенья с цедрой лайма и лимона, соком цитрусовых и сахарной посыпкой. По этому рецепту получается 2 дюжины печенья. Мягкое сахарное печенье с ноткой лайма отлично подходит к чаю. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Чтобы сделать посыпку, мелко натереть цедру, смешать сахар и цедру в небольшой миске, отставить в сторону. 2. Приготовить печенье, в небольшой миске смешать муку, соду, разрыхлить или соль, отложить в сторону, в большой миске взбить сливочное масло и сахар вместе, добавить яйцо и перемешать, добавить мелко натертую цедру и сок лайма и лимона, а также ваниль, перемешать, добавить половину мучной смеси, осторожно перемешать, а затем добавить оставшуюся муку. Если тесто очень липкое, добавляйте еще муку по мере необходимости, до тех пор, пока тесто не станет едва липким. Накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 30 минут, выстелить противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. После того, как тесто охладится, нагреть духовку до 175 градусов, ложкой виоложить тесто на противень, используя на одно печенье по 1 столовой ложке, каждый шарик обвалять в сахарной посыпке. 3. Виоложить шарики на противень на расстоянии друг от друга. 4. Выпекать в течение 12-15 минут, пока края не станут светло-золотистого цвета, дать остыть на противне в течение 2 минут, а затем дать полностью остыть на стойке перед подачей. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вкусняшки, подписавшимся. Вот из чего готовим блюдо. Мука 1,5-2 стакана, сода 1,5 чайных ложки, разрыхлитель 1/4 чайных ложки, соль 1/4 чайных ложки, сахар 3-4 стакана, яйцо 1 штука, цедра лимона 1,5 чайных ложки, цедра лайма 1,5 чайных ложки, свежий лимонный сок 1,5 чайных ложки, свежий сок лайма 1,5 чайных ложки, ваниль 1,5 чайных ложки. Количество порций 6-8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.